Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Трухин. Сегодня мы с вами познакомимся с женским велосипедом от компании Aspect, модель City Life 2021 года. Данная модель велосипеда относится к категории комфортных велосипедов, предназначенных для женщин и для, соответственно, прогулочного катания в неспешном темпе. Одной из ключевых особенностей этого велосипеда является, безусловно, его рама. И помимо того, что данная рама выполнена из алюминиевого сплава 6061 серии, за счет чего данный велосипед весит не очень много, также здесь не совсем стандартная геометрия, то есть здесь максимально заниженная геометрия по передней части велосипеда, за счет чего можно максимально спокойно, комфортно садиться даже в длинной юбке на эту модель велосипеда. Также, если говорить о раме этого велосипеда, то есть и некоторые другие особенности. Ну, во-первых, здесь современный рулевой стакан под полуинтегрированную рулевую, здесь есть крепление под багажник в случае, если вы захотите отправиться в какой-нибудь небольшой поход выходного дня. Заднее колесо крепится здесь у нас по современному эксцентрикам. И также надо отметить, что здесь все тросы у нас не убраны внутрь рамы, а проходят внешне, чтобы упростить какое-то обслуживание велосипеда, если вы захотите проводить его самостоятельно. Также на нижней трубе велосипеда у нас присутствуют крепления под аксессуары в виде флягодержателей, либо же крепления для насосов. Следующий важный узел любого велосипеда – это, конечно же, колеса. В случае данной модели колеса собраны на двойных алюминиевых ободах. У них также присутствует специальная тормозная дорожка, которая необходима для того типа тормозов, которые установлены на этом велосипеде. Также здесь втулки на цепных подшипниках как спереди, так и сзади. Они с алюминиевым корпусом. И эти втулки у нас идут и спереди, и сзади на эксцентрике. И вы без проблем сможете снять и переднее, и заднее колесо на этом велосипеде в случае, если вы захотите провести какое-то обслуживание, помыть его или просто перевести в вашем автомобиле. За сцепление с поверхностью этого велосипеда отвечают покрышки от компании CST с универсальным протектором, с которым вы комфортно сможете передвигаться как по легкой пересеченной местным-то плотным грунтовым дорогам, тропинкам, так и будет хороший накат по асфальтированным покрытиям. Поэтому этот велосипед, помимо того, что он еще и комфортный, он еще и универсальный. Если вы хотите повысить свой комфорт при езде в пересеченной местности, то вам гарантированно потребуется амортизация. В случае данного велосипеда установлен городской амортизатор с небольшим ходом на 45 мм от компании Zoom. Это, в общем, достаточно простой амортизатор, у которого нет каких-то регулировок, но, тем не менее, при каких-то сильных ударах или больших кочках на дороге он будет действительно повышать ваш комфорт во время поездок. Любой современный велосипед, конечно же, оснащается и переключением передач. В данном случае переключение передач идет с диапазоном 3 на 7, и во всех узлах, кроме вот этой системы шатунов, установлены компоненты от компании Shimano. То есть здесь установлен передний переключатель серии Tourney, сзади у нас установлена кассета, а не трещотка, что, безусловно, хорошо и повышает надежность данного узла. Кассета на 7 передач тоже, разумеется, от компании Shimano. Сзади у нас переключатель от компании Shimano серии Altus. Это не самая современная модификация на сегодняшний день этого переключателя, но она до сих пор актуальна и плавно и хорошо переключает, в общем-то, передачи и достаточно надежно и неприхотливо в обслуживании. Система шатунов здесь установлена у нас алюминиевая от компании Pravil под картриджную каретку, соответственно, под квадрат. На руле у нас располагаются моноблоки, то есть комбинированные ручки переключения передач с тормозной ручкой. Далее по списку у нас идут тормоза. Тормоза на этом велосипеде достаточно простые, это ободной тип тормоза стандарта V-Brake. В общем-то, на сегодняшний день это практически самые простые тормоза, которые вы можете массово встречать на велосипедах. Они максимально бюджетные, к ним все расходники стоят совершенно недорого, и у них максимально простое обслуживание в плане эксплуатации вообще велосипеда, потому что все, что вам потребуется для их обслуживания, это шестигранник и крестовая отвертка. В общем-то, ничего очень сложного и хитрого. Если кататься на велосипеде почти всегда в сухую погоду, как чаще всего, в общем-то, у владельца такого велосипеда, скорее всего, и будет, то данные тормоза будут прекрасно справляться со своей задачей. К тому же они особо не утяжеляют велосипед. Несколько слов надо также добавить о рулевом управлении и седле данного велосипеда. Рулевое управление здесь у нас идет на алюминиевых компонентах от компании Kod. Вынос идет регулируемый, то есть вы можете за счет шарнира в выносе отрегулировать его как по подъему, так и по, соответственно, углу наклона, делая тем самым руль чуть ближе и выше к себе, либо, соответственно, чуть дальше и ниже, если хотите принять чуть более спортивную посадку.
Также здесь у нас алюминиевый руль шириной на 600 мм, то есть такое достаточно компактное решение, но для подобного типа велосипедов оно грамотное и дает хорошее уверенное управление велосипедом. Также у руля есть небольшой подъем, чтобы посадить вас в более комфортную и вертикальную посадку, которая как раз и задумана по геометрии и конфигурации этого велосипеда. Что же касается седла и подседельного штыря, то, во-первых, здесь надо отметить, что здесь, опять же, от компании Кот у нас алюминиевый подседельный штырь, у которого также присутствует небольшой встроенный амортизатор. Это достаточно важный момент, поскольку посадка на этом велосипеде предполагает достаточно вертикальный, то есть сидеть вы будете как бы с вертикальной спиной, и если кататься по каким-то неровностям, по пересеченной местности, то нагрузка на позвоночник может быть достаточно много. И как раз данный аксессуар призван решать эту проблему и снижать ее. Также здесь у нас подпружиненное седло с мягким наполнителем, оно широкое, как раз такое, которое требуется, опять же, для вертикальной посадки. То есть здесь производитель очень грамотно закомпоновал велосипед этими необходимыми аксессуарами. Ну и нам осталось пробежаться по аксессуарам, которые установлены на этом велосипеде. Здесь у нас в комплекте идут, разумеется, педали, они пластиковые, на основном подшипники, достаточно компактной платформой и не имеют каких-то агрессивных шипов, поэтому без проблем вы сможете кататься в обычной повседневной обуви, и эти педали не испортят вашу подошву. Также здесь у нас на руле присутствует классический курковый звоночек. Ну и надо отдельно отметить полноразмерные металлические крылья, которые также покрашены в цветовое решение велосипеда, и это на самом деле очень классно, что они идут в комплекте с этим велосипедом, потому что отдельно такие крылья найти очень-очень сложно, и тем более, чтобы они еще подходили и под дизайн велосипеда, это практически вообще невозможно, потому что обычно подобные крылья идут чаще всего, во-первых, пластиковые, а во-вторых, они либо серебристые, либо черные. Ну и в завершении хотелось бы еще отметить дизайнерское и цветовое решение, которое здесь подобрал производитель. Цвет на самом деле сдержанный, нейтральный, очень приятный такой матовый оттенок бронзового цвета. И, в общем-то, как показывает практика, что многим женщинам такое цветовое решение приходится очень даже по душе. Также я бы хотел отдельно еще отметить, что модель City Life пользуется большой популярностью среди велолюбителей. И это на самом деле не просто так, потому что данная модель велосипеда среди комфортных прогулочных велосипедов для женщин является действительно одной из самых сбалансированных моделей вообще на рынке. Поэтому, если вы искали комфортный прогулочный велосипед, чтобы с комфортом на нем передвигаться по городу или где-то на даче, то данная модель определенно может стать вашим выбором. И я советую прийти в любой из магазинов «Велострана», посмотреть его вживую, посидеть на нем и уже тогда окончательно сделать свой выбор. Это был обзор женского велосипеда от компании Aspect, модель City Life 2021 года. Покупайте качественные велосипеды, делайте грамотный выбор. Всем пока!